Невеста, жена и мама – так можно назвать участниц Анапского фестиваля невест. У всех девушек свадьба состоялась в прошлом году. Это одно из условий. Возраст, рост и вес жюри конкурса не учитывали. Оценивали участниц за обаяние и артистизм. 8 участниц боролись за главный титул «Бриллиантовая невеста Анапы-2012». Организовала фестиваль Татьяна Куликова, праздничное агентство, которым она руководит, проводит такое мероприятие впервые. По ее словам, проигравших среди невест не будет. У нас бриллиантовая невеста получает колечко с бриллиантом. Золотая невеста получает колечко золотое с фианитиками. Третье место – красивое серебряное кольцо. Конкурс состоял из трех этапов – представить себя, признаться в любви своему супругу и преобразить свое свадебное платье. Одним из самых трогательных и волнительных стало признание в любви. Я люблю тебя, ты слышишь, мой супруг, моя опора, радость и награда. Люблю я мужа своего, родней нет в мире никого. Я люблю тебя! Аленушка, я люблю тебя. Я тебя очень люблю. Ты вся моя жизнь. Я благодарна Богу за то, что ты у меня появился. Участница под номером 8, Герасимова Юлия, по итогам трех туров стала победительницей фестиваля. Корону бриллиантовой невесты! Одевает начальник управления по делам молодежи Козлов Александр. И бриллиантовая невеста Анапы-2012. Герасимова Юлия, ваши бурные аплодисменты. 15 мая она представит Анапу на Всероссийском фестивале невест, который пройдет в Набережных Челнах.